такого скуповане персонажа коллектива мы это признаем. Город у нас маленький, поэтому на толковую команду нас собирали двои. Это не мы. Саша, это на самом деле сущий пустяк. Вон в Николаеве мэр вообще один, а пафос у Лопаты черпает. Но даже мы вдвоем не могли приехать на выключенные у Юрной мамой деньги в столь мокрый, поберушный, но гордый, честный в своей простоте город Николаев без подарка для его жителей. Как знают с детства, выросшие в бедных семьях, а также учителя труда, лучший подарок – это подарок, сделанный своими собственными руками прямо на этом месте, я клянусь. Ну а лучший музыкальный подарок – это песня, спетая собственным ртом. И для вас, жители агломерации с населением в 532 тысячи человек, в подарок звучит песня обо всем, которая так и называется «Женя». А на пятке сидит каракурт. Ну а ты, моя верная Женя, мой потертый швартовочный фау. Не прошло ни одной дискотеки, чтоб тебя я с собою не звал. Пусть мелодия мчится, как быстро дует ветер больших перемен. И шучу я про твой Николаев, вот такой вот большой кабрен. Про вокзал Востобагаев дичный, где населенный бассейн, зоопарк. 61 кому надо, я шучу 61 раз. Про Салеровский сервис советской, что едит миллиард бутиков. И отдельно, как дань одолжения, про Макдональдс, конечно, скажу. Не понять вам, хорошим соседям, что доехать к нам могут за час. Красоты Херсонской Пальмиры ее видит никто, кроме нас. Там так много порядочных женщин, жалко я не нашел ни одной. И пою я, а на пятке сидит каракурт. Део Матис поджимают коленки, а нас в нашем выступлении поджимают рекламе. Аплодисменты ортодоксального КВНа поспешат заклеймить наш коллектив раскаленным железом протеста и негодования, обвинив в конформизме. Ну а пока нас клеймят, мы не проходим дальше.